Обратите внимание, старая пластина и новая пластина. Ставлю новую пластину и нет продвижения. Зубья не выходят выше игольной пластины. Соответственно, меряем игольную пластину. Это старая. 2 миллиметра ровно. Это новая. Она не влазит. Эта пластина толще идет. Толщина пластины получается почти что на полмиллиметра толще. Это как раз тот уровень подъема зубьев над игольной пластиной почти что. И вот нам теперь придется делать регулировку зубьев. Смотрим на новой пластине. Зубья, вот, они даже не выходят заверх. Зубья нужно поднимать. Берем, переворачиваем машинку и снизу рукава. Вот это у нас есть отключение зубьев. Вниз опускаете, и зубья падают вниз, и они просто не продвигают. Это для вышивки, это для пришивания пуговиц. Нам же нужно поднять зубья. Открываем вот эту нижнюю крышку. Снимаем. У нас здесь есть вот винт. И законтрагайный. Ключик у нас на 5,5. Отпускаем гайку. Отпускаем сверху. Вот здесь вот есть винт фиксирующий. Немножко. Берем отвертку. И вот этот винт закручиваем. И смотрим на наши зубья. Смотрим, видите, наши зубья поднялись. Зубья мы подняли на пол миллиметра. Затягиваю наш винт вот этот вот. Хорошо. Держу отверткой и затягиваю гаечкой. Законтрагаиваю. Вот так вот. Все, проверяю. Все нормально. И ставлю крышку. Закручиваю. Винты. Затягиваем. Закрепка. На этом пока все. Удачи вам!